Я тут развлекаюсь с ним, получаю огромное удовольствие. Знаете, что сделала? Поменяла тут в клипке салфетку и положила такую красивую, да? Посмотрите, что он делает. Залезает под салфетку. И еще чуть-чуть его побрызгала водой, помыла, называется. Положила ему там чашку с водой. Он ее бултыхнулся пару раз, попу свою помыл. И сейчас это перенесла сюда, кормушку. И смотрите, ну, чудо мое, посмотрите, посмотрите. Как же приятно наблюдать за ним, это просто прелесть. Смотрите, залез куда, вы видите? Я тут порядок навожу, а он что творит? Видите, какой у меня мальчик хулиганистый. Мавиш! Мы его назвали немножко Мавиш. Мави такого нету, имя Мавиш. Мавиш! 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 Не бьёрсу, Мавиш! Нерде се нашкан! Мавиш! Мавиш нерде! Нерде Мавиш! Нерде! Он там себе яму роет, чтобы покинуть эту клетку. На солнышко, иди. Витамины прими, ты чуть-чуть душ принял. Ашкеб, если бы видел, поругал меня. Но я и хочу, чтобы он немножко привыкал к воде, да, как другие. Смотрю видео. Попугайчики принимают душ. Мавиш, где мой любимый мальчик? Где мой мальчик? Что делает мальчик? Что делает? Где мой мальчик? Где мой такой попугайчик, такой красивый хвостик? Хоть не воняешь ты после общежития. Я его таскаю за хвост. Попуха чистая, хоть попа чистая. Мавиш? Где ты, Мави? Мавиш? Ты крот или что? Ты крот или что? Куда залез? Сашка, не я бы ты его берешь. Вода и кирьер. А? А мы бершей, помнишь? Ты гештер дымо, ты мне следи, баксен. Мама, я не сирот, а просто. Я думаю. Нашего мальчика выпустить в квартиру и смотрим, сообразит он или нет. Смотрите, я открыла клетку и прищепкой заколола. Посмотрим, он сможет или нет. Раф. Скользит на ней. А знаете, я руку протянула в клетку, он идет ко мне. Ашки, бегенди, отур, калкьор, ама. Скользит у него, скользит. Пока не соображает, он борется с ней. Смотрите, смотрите, скользит. Интересно, сможет он выйти или нет? Rekabet kurumu bu iddiayı ciddi gördü ve soruşturma açtı. Bunlardan birisi gübre taşı. %70 ve %25'i borsaya kayıttı. Yaklaşık какой он смешной у нас, вы не представляете. Какой сладкий. Залезает под эту салфетку. Мавиш, 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 sen ne kadar aptal. Başka kuşu açtı. Девочки, у нас такой юный попугай. Он, знаете, какой? На телефон сел на Ашкыма, сел на меня. Geriye, geriye.
Çekil oradan. Посмотрите, какая любовь Ашкима. Посмотрите, он к нему пришел, а он какой довольный. А он какой довольный. Экспериментируем с нашим попугаем. Он вообще бесподобный. Такой умный. К нам подошел, ко всем. Сейчас мы положили их телефоны в клетку и хотим, чтобы он вошел в клетку сам. Радуется. Да. Saati bitirecek tuttu. Будем ждать, пока он зайдет в клетку. Всем привет, друзья мои! И снова я, и снова набережная. Давно не читала ваши комментарии, потому что занята марафоном. Вот успеваю только вам публиковать ваши видео. Надеюсь, вы поймете, мои дорогие, скоро заканчивается марафон. Там несколько девочек интересовались им. Это был тестовый марафон. То есть я хотела посмотреть, на что я способна. Я молодец. Мои результаты меня радуют. Молодец я. Света умничка. Старалась, научилась. Правда, вначале много времени на это ушло у меня, но это очередной какой-то опыт. Сегодня ночью, оказывается, в небольшом городе под Стамбулом было землетрясение. И мой муж рассказал, что люди на 14 этаже вспомнили за Бога, начали молиться, чтобы сохранил он их и спас. 5 баллов было землетрясение. Подробностей больше не знаю, потому что всегда проговариваю мимо меня. Чайки какие летают, а море какое замечательное. Сегодня я вышла позже, потому что Эндер пошел к зубному врачу, и его беспокоит боль сильно, несколько дней. И вот он встал рано, и я его накормила, проводила и сама вышла. Вот такие вот у нас новости. Вспомню, расскажу обязательно. Я сейчас зашла в Айсбир посмотреть цены. Вот такие помидорчики стоят 14 лир. Такие, наверное, 15. А вот такие 23. Гранаты 18. Огурцы 19. Вот такой болгарский перец 15. 3 штуки. Капуста 12. Цветная на базаре, поэтому намного выгоднее. Посмотрите, такой лук 6 лир стоит. 6 лир. Скидки. Что-то тут свое стало. Попкорн. Скидки на что? Томатная паста или это зеленый горошек? Масло 35. Тут хорошая скидка, порошок осо, но я не знаю, какое на качество. Такой жидкий персил 78. Так, груши по 14. Вот эти 23. Лук 10 лир. Мандарины по 9 лир. Мед 40, чай 32.
Конфетки по 7. Лукум 16. Шоколадное масло 70. Такая огромная коробка. Орхидеи по 90 лир. Какая красивая орхидея, да? Вот эти цветочки по 35. Тоже красиво распускаются. Вот это красивый вьон 50, алоэ 20. Да, пачек полно. Конечно, они некачественные все-таки. Персил порошок 2,5 стоит 72 лиры. Ариэл 112, 4 килограмма. Сода даже есть такая, Чамашир. Ариэл вот поменьше, 1,5-50. Другие порошки я не пользуюсь. Так, персил. Это смягчители для воды. Какие-то новые марки. Вернер 42. Это что касается посудомоечной машины. Ферри 30 лир. Так, сколько стоит курочка, лук, печень стоит 23 лиры. Желудки стоят 27. Желудки я не вижу. Келебек перзола 45. Не вижу ее. Фарш стоит 100 лир. Килограмм 40. 400 грамм 50 лир. Так, вот эти вот ляжки стоят 35. Вот эти вот стоят 57,90. А филе сколько? 70. 75 лир филе стоит. Вот это перзола, кажется. Тавук 53,90. А вот полностью курица 30 лир, почти 29,50. 29,50. Здесь хамса. Какая-то, знаете, запечь. Может, взять вот такое. Может, в Carrefour пойти купить. Наверное, так и сделаю. В Carrefour пойду свежую куплю. С умом, если будет. Скумбрия филе. Почем скумбрия филе? Сейчас посмотрю. Вот такая вот здесь продается огромная хинди, индюшка. Сколько она стоит? Вот не могу найти цену. Килограмм. Махманджун 35 лир. Интересно, хинди. Семи 23. Бамье 29,50, безелье 20, горошек стоит 20 лир. Ну, сыр 22,50 стоит такой же. Кукуруза такая же. Лимон лукек 56 лир. Я не вижу здесь про хинди. Копика 80 лир. Все дорожает, друзья мои, все дорожает. Яйца огромные 71, что мы купили, средние 63, вот такая 15 штук 32. Перепелиные 16 лир 12 штук.
20, а эти 13, скидки поменьше. Вот такие цены, мои дорогие. И это цены в магазине Юзбир. Вышла я ни с чем. Увидела там уксус для волос. Ну, возьму я в другом магазине, мне надо сделать покупки. В таких магазинах не стоит покупать косметику. Потому что есть какие-то скидки в специальных магазинах. Кстати, забыли про нашу птичку, которую мы оставили. Ну вот, иду домой. Добрый вечер, друзья мои. Сейчас я вам покажу идиллию в семье. Uçalım diyor, gel diyor, çağırıyor. Смотрите, смотрите, arkadaşları. Ждал Эндера, пока он придет. Ходит по нему, не боится. Красавчики мои. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.